нас, вы видите, что растет преступность, причем по основным разделам она снижается, да, но за счет мошенничества, и в том числе дистанционного мошенничества, да, оно растет. Колоссальный рост по этому виду. Только разъяснительная информационная работа должна быть массовая при таком, значит, росте преступлений данного вида. То есть это статьи в местных газетах, какие-то информационные материалы, значит, по телевизионным каналам. А муниципалитетам рекомендовать разработать отдельные мероприятия совместно с ОМВД, значит, по разъяснительной работе в районах. Ролики есть, листовки есть. Ваша задача, значит, обеспечить эту разъяснительную информационную работу.